И всем привет-привет, ребята, с вами Анитар, и вы на моем канале. Но перед началом этого крутого видео, не забудь подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик, и не забудь написать любой комментарий, а еще не забудь подписаться на мой телеграм-канал. И, кстати, сейчас в телеграм-канале проходит конкурс на райд красную пандочку. И если ты хочешь в нем поучаствовать, то просто подпишись на мой телеграм-канал и в закрепленном сообщении выполни все условия. Но сегодня мы будем трейдить последнего питомца от моей подписчицы, это Flyred коровка. Но давайте не будем задерживаться и погнали. Вот на такой прикольный сервер я зашла, тут есть Flyred Frost. Вот, это прикольно, но мы будем ждать первых трейдов. Так, спустя 2 секунды мне предложили первый трейдик. Так, смотрим. Я хочу обменяться на какого-нибудь нормального питомца, ой. То есть не обменяться, а просто посмотреть, что предлагают. Потому что моя подписчица не хочет обмениваться на каких-либо, ну, ее питомцев. Flyred Koala это очень-очень мало, мы отклоняем. Так, следующий трейдик. Такс. Flyred Козерог. Но, райт, Хладногнев. Ну и вот такие маленькие добавочки неценные. Flyred питомцы, которые не ценятся. Самые ценные питомцы это вот эти. Вот, но насчет Козерога, как он ценится, я не знаю. Но это всего второй трейд, и это очень мало для Flyred коровы. Но ребята мне предложили уже вроде бы третий трейд, да. Смотрим, что мне предложили. Древний дракон, ты серьезно хочешь такими пэтами добиться Flyred коровы? Быстро верни Flyred сову! Я видела, ты предложил Flyred коричневую сову. Все, я отклоняю, это очень мало для Flyred коровы. Так, следующий трейд. Мне очень нравится, когда мне подписчики дают ценных питомцев, и на них просто летят трейды. Flyred Golden Dragon, Поницикл, Единорог, Зомби, Поницикл, да. Это очень-очень мега мало, потому что этот Golden Dragon вообще не ценится. Так, следующий трейд. Мне предлагают Flyred Злого Василиска. Злой Василиск обесценился, да, он очень сильно обесценился. Но, а во Flyred я уже давно не смотрела ценности новых питомцев. Я так на свое усмотрение говорю, так что в комментариях, пожалуйста, не надо писать то, что я что-то неправильно говорю, потому что я только что вам сказала то, что я точные цены не знаю. Вот, я пока стояла просто в ФК, мне предлагают еще такие игрушки, это очень-очень мало, мы отклоняем. Так, следующий трейд. Да, я очень много говорю следующий трейд. Так, Райт Скиллерекс, 2 зеленых бабочек, Жук Скоробей и вот такие очень-очень маленькие добавки. Ой, подарки хотела сказать. Прости, но это, мне кажется, вообще невыгодный трейд. Никогда на такой трейд не соглашайтесь. Меня просто закидывают трейдами, и мне почему-то очень даже знаком такой ник. Может, ты мне кидал трейд? Да, ну, я просто в каждом видео говорю, ребят, зачем мне кидать трейды? Вот. Второй раз трейды, если вы предлагаете то же самое, и я вам все равно отклоню. Ребят, сюда пришел Bad Dragon. Это просто офигенный сервер. Еще неоновый жираф. Просто посмотрите, неоновый жираф. Это капец, просто офигенный сервер. Ребят, следующий трейдик. Спасибо. Мне этот же человек предложил трейдик. Смотрим. Скеллерекс. И, ребят, спасибо вам огромное просто за 2000 подписчиков. Это просто огромная цифра для меня. Я надеюсь, то, что ваши поздравления будут под этим видео. И скоро, надеюсь, будет сходка. То есть стримчик, потому что, помните, те времена, когда я стримила очень-очень часто. Вот, а сейчас перестала, потому что я хочу стримить с ПК, но я не знаю как. Без веб-камеры. Вот, ну, перейдем к трейду. Вот, Скиллерекс, металлический бык, обычная пчелка. Одна райта Леди Баг и еще две без райда и без флая. И вот такие вот маленькие добавки. К сожалению, я отклоняю, потому что это совсем не выгодный трейд. Ребята, просто посмотрите, здесь есть неоновый фрост. Это просто офигеть. Я просто в шоке. Просто у меня никогда не было таких дорогих питомцев, и вот эти все питомцы не мои, да. Вот так вот. Так, там моя подписчица писала то, что она хочет мне подарить подарок, но я не знаю, это кинула она вообще мне трейд или не она. Просто я не знаю ее ник, но так я предложила Flyred корову, и что ты мне предложишь? Да, это моя подписчица, она хочет мне сделать подарок, вот. Если что, ты попала в видео, давайте ей даже напишем.
Вот, напишем ей. Ой, с твердым знаком, конечно, написалось. Ну ладно. Господи, мне так нравится, когда мне делают такие маленькие подарочки. Вот, спасибо большое тебе. Она мне еще дарит вот такую мышку. Это просто спасибо тебе огромное. Я надеюсь, ты смотришь это видео. И если ты отзовешься в комментариях, напишешь комментарий, вот, то я буду очень рада услышать от тебя комментарий. Увидеть, да. Ну, просто спасибо тебе огромное за подарочек. Я очень рада, то, что когда мне дарят такие маленькие, миленькие подарочки. Просто спасибо тебе огромное. Так, ребят, следующий трейд. Ой. Ага, я не успеваю. Мне предлагают райд дракона. Ты серьезно? Этот дракон вроде стоит до 30 рублей, максимум до 50, а корова стоит почти 200 вроде бы. Я точно в ценах не разбираюсь, так что не бейте так мне. Ну, я отклоняю, потому что это очень супер-мега мало. Но, ребята, я пока что сделаю такую маленькую паузу. Давайте же проверим вашу скорость. Сможете ли вы за 5 секунд поставить лайк, подписаться на канал? Давайте это проверим. Пока я буду считать, успейте. Раз, два, три, четыре, пять. Ого, вы огромные молодцы. Спасибо вам огромное. Так, следующий трейд. Почему-то на этом сервере прекратили кидать трейды. Я, наверное, уже сейчас перезайду на другой сервер, потому что тут просто не предлагают трейды. Но, ребята, я перезашла на следующий сервер, и сейчас будем смотреть, что мне будут давать за мою коровку. Так, ребят, мне предложили первый трейдик. Смотрим, где моя корова. Вот. Neon Flyride, полярный мишка. Это очень прикольный трейд. Но моя подписчица не хочет менять своего питомца. Так что напишите в комментариях, хороший этот трейд был или нет. Ну вот, мне кинули уже второй трейд на этом сервере. Так, райд шоколадный чау-чау. Это маловато. И ты реально хочешь на флайред корову затрейдиться? Я отклоняю. Так, ребят, мне кинули еще один обмен. Смотрим, что мне предложат. Флайред Голден Ледибаг. Прикольный трейд, но Леди Баг вообще не ценится. Еще неон райд пчелку предложили, райд пчелку, неонового райд белого хэллоуинского кота, Флай Бета, улитку, снежного кота и собаку, ну еще манки. Но это вообще не выгодный трейд. Так, следующий трейд, я даже ничего не успела написать в чат. Так, смотрим. Так, зодиакальный миньон цыпленок, ты серьезно? Голден пингвин ничем не изменит ситуацию. Так, мне кинули следующий трейд. Да, я каждый раз это говорю. Fly Red Alicorn, Райт Alicorn, Райт Лавовый Дракон, Райт Хэллоуин White Horse Dragon. Но, ребята, он еще убрал и подобавлял других питомцев. Это очень-очень мало. Но, ребята, да, я заканчиваю это видео с вонючей коровой, ну ладно. Но это видео подходит к концу, да. И сейчас я свяжусь со своей подписчицей и отдам ей всех трех питомцев, чтобы вы видели то, что я не обманщица. Ну, ребята, вот моя подписчица, я сейчас отдам питомчиков. Вот таких питомчиков я и отдаю. Вот мы соглашаемся. И давай соглашайся. А, ты спасибо, ты лучше. Это тебе спасибо, то, что ты мне дала питомцев для видео. Просто посмотрите, она мне дает подарочек. Просто спасибо тебе огромное. Ну, ребята, если вы хотите попасть в видео и дать мне питомца для трейдов, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, и там будет вся информация. Ну, а я соглашаюсь, и вот, я не обманываю. Так что спасибо тебе большое, Сонечка. Ну, ребята, с вами была Анитар. Подписывайтесь и ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.